Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу о новенькой iOS 14.2. Так, что же в этой новой iOS? Я вам все продемонстрирую, покажу скорость работы, покажу, какие улучшения были, и, конечно же, скажу, стоит ли сейчас обновляться. И через сутки использования я уже могу вам рекомендовать, какая она будет по автономности. Так, дорогие друзья, вот она из себя вся прекрасная. Что хочется сказать, то есть по скорости работы здесь очень все хорошо, даже намного лучше, несмотря на показатели Geekbench, что немножко показатель меньше, совсем меньше, и то в мультизадачности, хотя на практике намного быстрее открывается на iOS 14.2, чем на iOS 14.1 предыдущая или 14.0.1. Вот, что хочется сказать, здесь нововведения какие были? Просто повышенная производительность, активность работы за автономность, конечно же, я вам сейчас не скажу, скажу только спустя сутки. То есть, когда полноценно попользую, заряжу его на 100% и буду тогда уже от чего-то отталкиваться, скину вам все эти тесты, покажу это в сообществе, так само выложу видео. Сейчас, если вам не интересна автономность, вы, конечно же, можете обновляться. Она довольно-таки автономная и себя хорошо ведет. Сейчас посмотрите скорость работы. Вы уже сами потом для себя решите, как нравится вам, не нравится и так далее, и так далее. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваши комментарии. Всем пока!